Доброго времени суток, друзья! Перед нами Google Pixel 6, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве узнать свой номер телефона. Для этого нам нужно зайти в заметки, точнее, мне нужно зайти в заметки и показать вам вот такую вот табличку. Смотрите, если я могу здесь приблизить, ага, не могу. Здесь есть две страны, это Россия и Украина, а также мобильные операторы и какие-то коды возле них. Что же это за коды? Вы находите здесь своего мобильного оператора, свою страну. И дальше заходим в телефон. То есть, к примеру, есть йота и код звездочка 103 решетка. Мы заходим в телефон, нажимаем на клавиатуру, вписываем звездочка 103 решетка, нажимаем на кнопку вызова, и у вас вот здесь, где у меня пишет «мобильная сеть недоступна», будет написан ваш номер телефона. В Украине все попроще, в Украине всегда код звездочка 161 решетка. Если здесь нет вашей страны или вашего мобильного оператора, то вам нужно зайти в какой-то браузер и вписать, как узнать номер телефона у такого-то оператора, после чего вы узнаете ответ. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И всего хорошего. До свидания.